Здравствуйте, друзья! Это Кузнецов Дмитрий. Я здесь вам небольшую подборочку выбрал, там коротенькие, в пределах 2 минут ролики. Звонки конкретно мне с разных контор коллекторских, да, по одним и тем же долгам. Вот, давайте послушаем, как весело и забавно разговаривать с этой публикой. Ну, итак, внимание, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Волкова Кристина Викторовна. Скажите, пожалуйста, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, это вы? Да. Вы, да? Беспокоим вас по поводу вашего долга при финансовой корпорации «Открытие». На протяжении долгого времени по вашему потребительскому кредиту не поступает платежи. Дмитрий Евгеньевич, почему? А что вы взяли, что вы меня беспокоите? Я не беспокоюсь абсолютно. Беспокоят они меня. Нисколечко не беспокоите. Абсолютно. Только удовольствие Дмитрий доставляете. Звоните сколько хотите. Дмитрий Евгеньевич, на сегодняшний день по вашему потребительскому кредиту у вас имеется долг в размере 609 750 рублей 8 копеек. Добровольно в порядке. Планируете решение данного вопроса? Так, у меня просто один вопрос. Вы тогда прекратите звонить, да? Вы в этом случае прекратите звонить? Дмитрий Евгеньевич. Ну, вопрос. Простой вопрос. Простой вопрос. Если я делаю то, что вы просите, вы прекращаете, да, мне название? Правильно? Да, безусловно. Тогда нет. Тогда нет, не буду платить. Для меня это, ну, кайф с вами разговаривать. Я очень жалею, что вот на основании закона ограничили количество. И мне нравилось, когда каждый день звонили по несколько раз. Вот каникула была. Вы, наверное, очень одинокий человек, да? Нет, вообще. У меня 3 детей, жена, хорошая работа, бизнес свой. Видимо, не все в подписчиках более 20 тысяч человек на YouTube, где я вот эти вот переговоры с вами выкладываю. Любят меня, знают, уважают. В отличие от тебя. Курица бесполезная. Я поняла. Вы так самоутверждаетесь, да? Да, знаешь, то, что ты поняла, это наплевать и забыть. А ты поняла. Твои понятия... У меня нет долгов, лучше 500 тысяч. Да у тебя, у тебя кармический долг. Не хочет. Не хочет. Не хочет. Это не путай ужасно. Понятия, да, не хочет. Так вас, воспитывали, если вы с такими долгами. Очень хорошо. Слушай, за меня так воспитали, что я вот не работаю там, где ты работаешь. Я вижу, что вы не работаете, вы должны все платить. Что ты можешь видеть, кроме своего экрана и методики? Ну, понятное дело, здесь она слилась, либо, может, связь прервалась, но там так или иначе оставалось недолго ей мучиться. Давайте следующий послушаем. Звонок из Сибири. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я могу услышать Кузнецова Дмитрия Евгеньевича? Слушайте на здоровье. Вы готовы это услышать вы? То, что скажет вам Кузнецов Дмитрий Евгеньевич? Вот это вопрос важнее. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, это вы? Да. Меня зовут Мавликаева Ольга Фаритовна, я специалист Сбербанка России. Да ладно. Звонок поступает из управления... Сбербанк России никогда в жизни 230-й федеральный закон нарушать не будет. Каждый день названивать. А что не сказать коллекторы, да и все, это же проще. Я бы просто положил трубку и все, а со Сбербанком надо разговаривать, выяснять. Дмитрий Евгеньевич, вы готовы вести диалог конструктивный сейчас? Конструктивный, да? Да, готов. Готов. А вы готовы со мной диалог вести? Сил набрались? С вами... Дмитрий Евгеньевич, прокладка какой толщины у тебя там стоит, чтобы не рвануло? Дмитрий Выдержит. Смотри, овца, тебя вот обзывают, а ты должен, Дмитрий Евгеньевич, как проститутка, блядище, блядь, а тебя дерут, блядь, 20 человек, а ты, давайте, деньги же платят, давайте, не жалейте меня. Ой, меня чмошники, Дмитрий Евгеньевич, мы вам перезвоним. Да, конечно, перезвоните. Всего доброго. Сбербанк, блядь. Овцы, блядь, стадо. Друзья, ну тут явный пример. Очень часто стала мне попадаться такая ситуация, когда коллекторы представляются прямо из банка, как будто они звонят. На самом деле, если подумать, то им ничего не грозит вот за это вранье.
что выяснить нереально, невозможно, а на основании нового закона их, конечно, можно привлечь, если они будут часто названивать. А тут вроде как из банка позвонили, и все. В банк, пойди и узнай, они скажут, мы не звонили с этого номера, разбирайтесь сами. А представляться коллекторами они не хотят, то есть, а вроде как рассчитывают на то, что человек некомпетентный, испугается и так далее, и начнет там платить по их указке. Давайте еще послушаем. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», старший инспектор Бабичи Наталья Андреевна, ведется запись разговора. Звонит для уточнения информации. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Знаком вам? Конечно, знаком. Очень хорошо знаю этого человека. Кем он вам приходится? Это я. Дата рождения ваша. Назовите, Дмитрий Евгеньевич, чтобы мы продолжили с вами разговор. Вы уверены, что я заинтересован, потому что мы продолжали с вами разговор? Ну ладно, что вы чешете? Вы уверены, спрашиваю, что я заинтересован в том, чтобы мы продолжали с вами разговор? К сожалению, данный вопрос... Хотя да, заинтересован 2972 года. Продолжая этот разговор, вы подтверждаете свое согласие на то, что этот ролик будет выложен в YouTube, и его послушают и посмотрят, ну, наверное... Эта запись разговора будет выложена в YouTube и посмотрят в первые же сутки более 2000 человек. Я вам звоню поговорить по поводу вашей задолженности перед банком финансовой корпорации «Открытие». А не о ерунде какой-то. Если вы не готовы... Какая ерунда? Ну, бог с вами. Ерундой вы занимаетесь. Зачем вы делали что-то там? Зачем? Хрипите, ничего не слышу. Хрипите. Зачем вы сделали так, чтобы хрипело? Вы готовы вести диалог по поводу вашей задолженности? Конструктивный? Да, готов. Почему оплату не вносите перед банком финансовой корпорации «Открытие»? Так, ну, я предупреждаю, я буду говорить то, что я думаю, не то, что вы хотите услышать. Не готовы, Дмитрий Евгеньевич. Зачем же вы врете, что вы готовы предоставлять информацию, адекватно вести диалог по поводу вашей задолженности? Ни слова за 2 минуты, а долги. Необоснованный отказ от оплаты зафиксирован, как и Испания продолжается. Сумма долга не зафиксированная увеличивается. А вот для жителей Санкт-Петербурга, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, все-таки должен быть культурным человеком. Вот такая, друзья, веселая, на мой взгляд, расправа. Ну, давайте еще в завершение один ролик послушаем. Алло. Здравствуйте, меня зовут Ахрамеева Елена Николаевна, являюсь специалистом административного взыскания компании ТЗ Инвест. Разговор записывается. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, это вы? Это я, но вы не специалист. Могу поставить пол своей жизни, что вы никакой не специалист. У вас ничего не получится. Специалистов обычно все получается, у вас ни хрена не получится. Так, по 230-му федеральному закону можете сделать проверку, мы находимся в реестре, в списке. Да я не про вашу шарагу, я конкретно про тебя, что ты не специалист. Тебя значит, обманули. Дмитрий Евгеньевич, мы на личности не переходили. Ну как же, ну. Нет, мы с вами не ну, переходили, давай, докажи тем более мне, под запись разговора. Да какая разница, запись, значит, Дмитрий Евгеньевич, в таком режиме невозможно, конечно же, общаться. Конечно, специалист все может. А дилетант ни хрена не может. Вот ты и говори, я дилетант из отдела администрации. 1737 рублей 92 копейки вам требуется погасить до 18 мая в качестве Сбербанка. Страшные ужасные бармалеи. Да. Дмитрий Евгеньевич, ничего абсолютно смешного. Да как же ничего, если я смеюсь? На самом это деле. Тебе, да, да, тебе плакать надо. Историй, информация. Ой, какой ужас, пожалуйста. Ну, давай. Тебе плакать если надо, сумма долго числится, вы сами подумайте. Вам ни один банк теперь не одобрит кредит. Если да нахрен они нужны мне кредиты, я зарабатываю по 500 000 в месяц. Решайте сами, Дмитрий Евгеньевич. А, специалист. А какой же ты специалист после этого? Скажи, пожалуйста, а? Ничего не можешь. Ничего. Специалист. Да что слушать тебя? Вот что толку тебя слушать? Время свое тратить на тебя. Я пока ты базаришь, я заработаю за это время 10 тысяч рублей. А 26 октября 2015 года у вас формировалось только в том же языком. Нарушение обязательств было по договору. Целиком по 309 и 310 статье Гражданского кодекса. Так и говори, я олух административного взыскания. Вами не было.
Шарагиса за инвест. Вами не было написано заявление в Ростелеком, как требовали условия договора, поэтому сформировалась сумма долга. Дмитрий Евгеньевич, вы хотя бы раз выслушали и сделали вывод. Да нахрена мне это нужно? Иначе процесс взыскания будет так и продолжаться, поймите. И расходы по взысканию будут перерасчитаны. У меня, знаешь, какие заработки? Сумма будет увеличена, имейте в виду. Вот благодаря YouTube тоже будешь на YouTube. Поэтому сумму долга, погашайте. Ага. Я расцениваю это как злостное погашение, уклонение от погашения. Да. Свирепое уклонение. Отказ от оплаты. Специалисты, принят. Всего доброго, до свидания. На помойке вас там находят. Да, думаю, хватит, друзья, на сегодня подборочку, да. Вот, все просто и не страшно, как хочется всегда заметить. Я всегда говорю, ребят, перестаньте бояться, трястись и все остальное. Просто вот наш канал во все, как говорится, трубы, граммофоны об этом кричит. Ребята, нет ничего страшного. Это сейчас я обращаюсь к тем, кто недавно на нашем канале. И знаете, очень часто я слышал, видел комментарии, когда люди пишут: ой, это что такое, а как вы так, да вы что, вы сумасшедшие, там, разве можно не платить, вы же взяли кредит, банк это такая контора серьезная, ой, а коллекторы, вы что, не боитесь коллекторов, а если вдруг коллекторы придут, ребята там накачанные, в спортивных костюмах, господи, да что за пережитки вот эти вот. Я, когда такие моменты слышу, читаю, я просто за голову хватаюсь. Неужели люди, есть еще вот такие динозавры, которые в это верят? И в то же время на фоне своей работы убеждаюсь, что людей, которые верят в это, в эти вот страшилки-пугалки, очень-очень много. Очень много людей, которые верят, что без кредитов прожить невозможно. Очень много людей верят, что если будет испорчена кредитная история, то это все равно, что клеймо там какое-то на лбу и так далее. Просто, то есть, люди, поверившие голосу из трубки, люди, поверившие в плохое, люди, сделавшие выбор, что надо верить только в плохое. Хорошего в этой жизни не будет. Но поймите, друзья мои, это только лишь ваш выбор. Мысли материальны, немного эзотерики. Это действительно так. Я на всем своем жизненном опыте убеждался и сейчас не преклонен с этой мыслью. То есть то, что думаешь, то, о чем думаешь, то и имеешь в своей жизни. Поэтому я предлагаю думать на позитиве, как говорится, больше замечать яркие краски, больше замечать красоты, добра в этой жизни. А поверьте, этого очень много, несмотря на то, что вам может показаться на первый взгляд, что жизнь ужасна. Нет, на самом деле начинайте улыбаться хотя бы через силу. Лучше по утрам, и вы увидите, как ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Мы, в свою очередь, изо всех сил стараемся всем помочь. Вот, пожалуйста, наш канал на YouTube. Подписывайтесь, наслаждайтесь, увеличивайте, как говорится, свой багаж хорошего настроения. Ну а для тех, кому мало только лишь эмоциональной разгрузки, эмоциональной уверенности, я предлагаю, конечно же, встать под нашу юридическую защиту. Ссылочка на наш сайт в описании этого либо любого другого ролика. На сайте есть видео, как устроена работа кредитных юристов компании «Алям». Пожалуйста, посмотрите, сейчас в правом верхнем углу вылезла подсказка. Как раз если вы нажмете на экране на подсказку, вы попадете на наш сайт. Даже не нужно в описании ролика смотреть. В этом видеопрезентации представлено, рассказано все о том, как мы поможем вам выйти, скажем так, в свободное состояние, не навредив вашему правовому статусу. То есть, как сделать все по закону и как не платить кредит законно. Строго стопроцентные методы, никаких финтов, никаких блатных наработок и так далее. Строго по закону. Да, наша команда, наши специалисты знают, потому что мы уже давно занимаемся этими вещами. Ну а с вас лайк, если понравился ролик. Подписывайтесь, еще раз говорю, на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на группу в описании ролика. Ну и, конечно, поделитесь в соцсетях с друзьями, знакомыми. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алям». Всего вам хорошего, до свидания.